За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 155 вызовов. Инфекционные заболевания регистрируются на обычном уровне, что говорит о благоприятной обстановке в городе. Системы жизнеобеспечения Десногорска работают в штатном режиме. Нарушения и дефекты отсутствуют. Продолжаются ремонтные работы на автодорогах общего пользования. В рамках программы «Комфортная городская среда» в первый этап реконструкции вступил центральный пляж города. На что бы хотел обратить внимание управляющие организации, те, кто участвует в этой программе, и комитет по городскому хозяйству. На организацию совместно с активом дома проведение субботника по благоустройству той территории, где у нас завершается работа. Это у нас первый микрорайон номер один, седьмой микрорайон дома номер один, два. И сейчас у нас на стадии идет третий микрорайон дома номер два. Городской комитет по культуре и спорту подготовил для десногорцев два интересных мероприятия. 10 августа на баскетбольной площадке города состоится открытый турнир по баскетболу, посвященный Дню физкультурника. 11 августа в 17:00 на городской летней эстраде состоится праздничный концерт, посвященный Дню строителя. Стала известна дата торжественного открытия детской площадки возле городского фонтана. Объект будет сдан в эксплуатацию 16 августа. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.